Так, всем привет еще раз, и мы начинаем смотреть доту. Наконец-то, как говорится, начинаем мы смотреть ее. Надо такие звуки IG. Time to ban. Типа того в этом роде. Ну и играют у нас команды Impulse Gaming против ВВВ. Вени, Види, Вики. Ну и баны у нас стандартные. Идут Найкс, Батрайдер и Никс, Ассасин и Магнус. Первым пиком будут брать команды Вени, Види, Вити, ВВВ. Ну и забирают они Дарксира. Ну и посмотрим, чем же ответит команда Impulse Gaming. У них два пика. Первое. Так, снова сейчас пойду на проверку звука я. Так, Эйзекап надо убрать. Что это еще за Эйзекап у меня тут висит? У нас не Эйзекап турнир. Он был вчера. Сори. Так, ну и чекну я звук. Ой-ой-ой. Так, всем. Ой-ой-ой. Так, слышно меня нормально. Ну и смотрим. Тут шейкер и аппарата забирают команда Impulse Gaming. Герокоптера связку к Дарксиру забирает команда ВВВ. Банит Нагу команда Impulse Gaming. Ну и третий бан от команды VVV. VVV. Так, это Свен. Прям IG, видите? Вот как. Как все, как у профессиональных дотеров же. У нас происходит. Ну и команда Mousesports выигрывает команду ЕГЭ. Вот как. Самому было интересно. Так, ну и тут у нас Джакира бан от команды Impulse Gaming и Дивовер от команды от команды ВВВ. В общем, буду так сокращенно говорить. Ну, пока баны идут и пики, скажу составы вам быстренько представлю. Артига, команда Impulse Gaming, Артига, Клоуди, Комиссар, Никес и PC. Как-то так. Ну и команда VV. Все, они хотели, чтобы я их постримил. Вот я их игру стримлю. Это Чикаго. Господин Фармила. Кушниркс. Иван Бир. И Нинтендо. Вот такой состав у них. Ну и Виндранер заезжает третьим пиком команды Impulse Gaming. И ждем третьего пика мы от команды VVV. ВВВ. Резервное время требуется для пика. Так, Рубика решает забрать. Как сегодня смотрел игру я Нави против Rattlesnake. Вроде бы как мне память не изменяет. И посмотрели карточку Куроки. У него все три героя и все три Рубика. Это вообще любимые герои. Все три Рубика было, вам честно говорю. Кто может тоже видел, смотрел самую главную трансляцию от от сайта Beyond BTC BTS. Как-то так она называется. Ну и тут от команды Impulse Gaming Pack заезжает.
А, интересно, интересно посмотреть будет за доты с такими героями. Так, вот это уже интересно. Пуджа забирает, скорее всего, на мидл команда ВВВ. Ну и баны у нас последующие, оставшиеся по последнему бану от команд мы сейчас увидим. Так, Tidehunter у нас банится командой Impulse Gaming. Так, сделаем чуть настройки, вот так вернем. Что было в доте, меня слышно. Так, и Кунка банится командой ВВВ. Вот это уже интересно. Луну увидим мы в этой игре от команды Impulse Gaming. Ну и пятый пик ожидаем от команды ВВВ. Задумался у нас Чикаго. Так, Леона, саппорта взяли. Второго себе. Так, чуть-чуть Дота подлагивает, извиняюсь. Когда героев выбирают, у меня так всегда. Так, Клоуди будет играть на шейкере, Никис будет играть на аппарате. Сейчас я вам скажу, кто что на ком будет играть. Все равно ставится пауза. Пока Чикаго, Герокоптер, Дарксир, господин Фармила, Леон у нас Кушниркс, Иван Бирпудж и Рубик у нас Нинтендо. Виндранер у нас Артига, Шейкер Клоуди, Пак Комиссар, Никис Аппарат и ПС у нас Луна, естественно. Так, тут есть опять International. Вот тут какая ситуация. Так, такой худ оставим. Сделаем Dead Prophet, Storm Spirit, делаем Mega Kill. Так, ну и сейчас что будет? Напишем. Так, предлагают парни РМК. Так, а эти не соглашаются. Ну и все в итоге. Ну и начинаем. Так, ну и также у нас продолжается игра, ну и будем смотреть за дотой. Делаем крипов, ну и команда у нас Impulse Gaming, хочется назвать Invictus Gaming, эту команду, ну и Impulse Gaming идут не на Рошан или нет, 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 мне кажется, они не пойдут. Да, good luck fun, ну и сейчас встретятся, я так думаю, зайдут в лес. Пак вкачал, нет, еще пока ничего не вкачал. Ставят варды. Ну и отходит у нас команда в ВВВ. Не предпочитает она туда идти, пуш. Будет стоять мид, ну и сейчас увидим, где руна иллюзии появляется у нас на топ-лайне. Так, видят Пуджа. Аппарат постреливает. Так, убивает одну иллюзию. И решает стать здесь. Ну, команда, наверное, понимает то, что это иллюзия.
Увидит ли не увидит Пуджа, это интересно. Ну и Миди будет стоять пак против Пуджа, это конечно. Так, а внизу тут у нас Герокоптер, Леон и Рубик. Стоит против... против Виндранер будет стоять. И ВР-ка здесь будет тоже не очень хорошо здесь стоять. С триплой командой ВВВ. Особенно с Герокоптером. С Рокет Бэрш может он тут жестко похарасить. Ну и Дарксир будет стоять. Так, сейчас будет проблема. У Дарксира заморозку можно или... Ай-яй-яй, он ничего не вкачал. Как так, аппарат? Аппарат ничего не вкачал, не прокачал себе скиллы. Можно было заморозить и попробовать забрать. Дарксира видит. Аппарат его гоняет. Надо отходить Дарксиру, чтобы не попасть. Шейкер у нас на отводах. Ну и внизу. На отводах у нас работает Рубик. Ну и Виндранер тоже пока особо так не лезет. Есть один Динайт. Но еще нет ни одного крипа. Это очень плохо для Виндранер, если они делают из нее саппорта. Но я так думаю, что нет. Будет какая-нибудь ВР-ка с фейзами. И так далее. Что обычно так инвиз у нас появляется на ботом лайне. Рубик вкачал первый скилл телекинез. Как он называется, я уж так только с подсказками все делаю. Ну и Дарксир уже имеет второй левел. Аппарат по-прежнему первый, Шейкер второй. И Луна у нас должна, конечно, здесь серьезно фармить. Третий левел. 802 голды, пак 10. Так, ботл появляется. Скорее всего, да, несется как раз курьером. Да, вот ботл. Ну и Пуджа, я так думаю, тоже сейчас в скором времени появится он. Да, вот тоже курьер. Так, проблема тут. Пак уходит. Пуджу прилетает ботл. Ну и кто же подберет инвиз? Пока никто не собирает. Так, тут проблема у нас у ВР-ки. Копнул ли он, но ВР-ка ушла. Успел отойти. Пудж посмотрел, нет, есть там руна, там не было руны, руна на ботом лайне. И пак идет за инвизом. Очень хорошая руна. Так, чтоб не отвлекали, надо выключить. Ну и иллюзии снова находит у нас Пудж. Ну и пока все спокойно, 5 минут уже играют команды. Так, забыл я включить кое-что. Так, проблема тут у Пака, Пак уйдет. Ой-ой-ой, может тут Пудж сейчас... Нет, нет, нет. Не стал прыгать Пак. Пудж хукает крипа. Так, и инвиз активировал у нас Пак. Ну и посмотрим сейчас. Могут быть проблемы. Стоит только Пуджу выйти. Так, вот, ультуй, даже с ультой, и это First Blood. Ну и пак, shift, надо уходить. Это не достанет. Ну и пак, соло забрал. У нас Пуджа. Так, фармит
Атака как может. Пауэршотом. Ну и наверху у нас Дарксир. Есть щит. Луны. Скоро появится Эклипс. Так, тут у нас... Что это было? Сейчас Пудж забрал пака. Вот как 1-1 счет становится. Что-то я провтыкал этот момент. Ну и руна у нас реген на низу появляется. В принципе, стоят варды. Не знаю, почему не видит вот эту руну. Ее сейчас пак подберет. Так, Soul Ring появляется у Дарксира. Пак подбирает. Ну, видит пут-пут, что тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно хук-хук-хук. Пуджа попробовать. Так, промахивается. Ну и не получается. Шейкер у нас почему-то не вкачивает пассивку. Очень странно. Вкачал он молот. Ну и пока весь экшен у нас происходит на миде. От пака и пуджа. Ну, пак 19 крипов имеет. Руна, скорее всего, сейчас появится на топ-лайне. Ну и улы появляется Транквил, решает идти. Герокоптер уже появляется, Power Threads. Тоже уже неплохо. Рубик. Так, тут пак загулял, можно попробовать поймать. И... Нет, 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 не стал прыгать, отойдет, конечно. Активирует реген. Тут был уже рядом пудж. Ну и можно попробовать поймать. Нет, вниз. Что-то мутят парни. Уже четвером здесь. Сейчас, скорее всего, будет ганг. Нет, решает пак у нас с ВР-кой отойти под таур. Ну, ДД. Пуджу достается. Ну и Дарксир тут уже 6-й левел имеет. Но аппарата ульта еще нету тоже. Это плохо. Так, тут пак ловит. Что он сделал? Ульт потратил? Нет, 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 ульт не потратил. Ну и активирует ДД пудж. Ну и сейчас будет хукать. Я так думаю. Пака. Вот, ловит. Все, это должен быть минус пак. Ой-ой-ой, выживает. Ультует. И можно забрать здесь пуджа. Ой-ой-ой-ой. Ну и кто кого? Так, и пудж выживает на 20 хп. Да, это было очень смешно, что на миде здесь произошло. И тут проблемы у Дарксира сейчас возникнут. Вот заморозка. Так, тут уже Шейкер может дать фиссуру. Ну, Шейкер, фиссуру. Вот, пошла фиссура, и это минус Дарксир. Счет 2-2 у нас становится. Луна истратила... А, нет, не истратила Эклипс пока. Ну, по сути, не обязательно было, конечно, на одного тратить. Ну, и тут у нас... Так, Леон куда-то полетел. Леон прилетел на топ. Прилетает сюда уже и... Так, пудж, ой-ой-ой. Тут сейчас будет ганг на троих. Долго ТП, прилетает Дарксир. Ну и будем смотреть, сейчас будет проблема у триплы команды. Так, попадает, минус Шейкер должен быть. Соло просто. Прилетает сюда еще зачем-то Рубик. Ну, это, скорее всего, будет минус Таур на топ-лайне от команды ВВВ.
Да, вот тут тоже есть Дарксир. У Пуджа сейчас катит хук, уже откатил. Ну и по сути поднимает тут Луно по крипу. Так, стяжка. Лин. Луна. Точнее, Луна здесь минус. Аппарат видит лесу, аппарата тоже в хекс. Так, ВРК при. Так, пауэршотом попадает по Рубику. Просто как Рубик проседает тут. Аппарата и минус аппарат. Так, прилетает сюда уже Пак. ВРК пауэршотом забирает Леона. Умирает Пак, фиссура. Выкупается Пак у нас. Тут Рокет Бэрэшем просто расстреливают. У нас еще Флэг Кэнон идет. И Шейкер тут. Шейкер нет, Шейкер не выживет. А нету маны у Герокоптера. И Герокоптер здесь должен отъезжать сам. Или уйдет, уйдет. Может быть и уйти. Есть стики-стики прожимает. Так, ВРК привязывает. Здесь и так Дарксир ускоряет. И еще не уйдет, что ли? Ой-ой-ой-ой. Нет, Герокоптер уходит. Может Рубик здесь стрять сейчас. Так, поднимает Луну. Откидывает. Ну и можно тут забирать. Попробовать Рубика. Ой-ой-ой, Эклипс просто в никуда. Хекс, все, просто минус Луна. Да, вот это был просто смешной ульт от Луны. Просто он ни по кому не попал. Вот ВРК Фейзы появляется у ВРК. Да, ну и Луна сейчас нас порадовала. Прилетает сюда Шейкер. Ну и будут сейчас бить. Тауэр, скорее всего, отдадут уже. Дефить. Тут один не будет. И минус первый тауэр для команды ВВВ. Забранный на топ-лайне. Ну и миди у нас тут ВРка. Тоже потихоньку с крипами. Разбирается с тауэром. Пак. Хаста есть. В ботле. И все возвращаются пятером на мидл. Команда ВВВ. Герокоптер 1600 голды имеет уже. Ну и сейчас ВРК может здесь стрять. Нет, нет, не стало идти. Так, и ничего пока не происходит. Луна с Шейкером отбивается от крипов. Так, секундочку, сейчас, народ, я чуть отойду от стрима пока. Кое-какие проблемы есть. Ну... Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack.
Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Так, возвращаюсь я в доту, тут уже 8-5. Счет забрали. У нас ВР-ку Пудж забрал. Ракета летит у нас Пака. Так, Пак вовремя успевает уйти в шифт. Так, ну и... Так, реген активирует Пак. Находит инвиз. Так, тут никого не хукает у нас Пудж. Ну и пятером, так интересно, команда. ВВВ находится на миде у нас. Рубик ворует у нас пауэршот. Пауэртресс появляется у Пака. Ну и Пудж у нас 1442 хп. 2000. Есть арканы у Леона появляются тут. У Пуджа. Пудж решил через фейзы. Ну и надо что-то делать команде. Тут гирокоптер загулял. Ой-ой-ой-ой. Так, тут Пак. Тут сейчас потроим всем дримкоил. Фиссура от шейкера. Просто минус гирокоптер. Залетает ульт еще. Ульт аппарата. Трипл килл в ответку Рубик. И Рубика тоже можно цеплять. Поднимает ВР-ку. Рубик здесь должен уйти. Дарксир тут стянул троих, но стенки почему-то не было. Ну и неплохие такие минус 3 сделано с Пак. Дримкоилом с инвиза зашел. Так, Сайл. Гирокоптер прилетает. И возвращается уже сюда Леон. А это Рубик вроде бы. Нет, Леон, Леон, все правильно. Так. Внизу у нас Луна переместилась, 1483 голды, делает БКБ сразу. Будет выходить, так, иллюзия у нас на топ-лайне появляется, в Пудж возвращается. Пудж купил Митрил Хаммер один. Пополнит сейчас иллюзиями. Так, ну и тут у нас ставится пауза. Ой-ой-ой-ой-ой, залетает сейчас баба, убила аппарата просто, если... Ну и забрали таур на ботлайне, команда ВВВ. Ну, счет 8-8, 18 минуты не смотрел я на графики, извиняюсь. Так, кто-то в перевес... В команду Импульс Гейминг в XP. Ну и по голде также пока удерживает еще команду ВВВ 2000 голды. Пайп появляется у Тарксира. Так, тут опять Пудж промахивается хуком. Ну и парни решили все пятером ходить, я так понимаю. Ну и будут забирать Т2 на ботом-лайне. Ну и надо драться, драться. Почему только одна луна идет, я не понимаю вообще. Где все остальные? Вот Пак. Дримкоил есть. О, но нет даггера, вот это очень плохо. Вообще очень плохо, что нет даггера. Залетает ульт аппарата, ну-ка. Он неплохо так попадает. Ну и надо бы, конечно, идти подраться. ВР-ка пауэршотом. Ну и тоже пятером решают сейчас. Арканы появляются у Рубика. Сентри ставится, убивают вард, ломают.
Ой-ой-ой, сейчас хукнет аппарат, а аппарат просто минус. Фиссура, минус пуч. Ну, размен один в один. Произошел. Потеряли пуджа команда ВВ и потеряли аппарата команда Impulse Gaming. Все хочется назвать Invictus Gaming. Да, да, Invictus Gaming им еще расти и расти до такого уровня. Вот если парни выиграют International, но если это будет когда-нибудь, тогда точно можно будет назвать их уже Invictus Gaming, а не Impulse Gaming. Но так все равно что-то язык пока поворачивается к названию Invictus Gaming. Ну и что тут у нас, все пока на миде все становились. Ничего нового не происходит. Пак не будет врываться. Хотя тут, конечно, все рядом, и ульт есть, и фиссура, и молот, у аппарата тоже ульт. Прилетает сюда нас Рубик. Ну и что же собирается делать команда ВВ? Надо забирать Таур на миде, попробовать. Вот так и они и делают. И надо подраться сейчас командой Impulse Gaming. Почему-то они не хотят, ушли в лес фармить и отдают вышку. Какая-то денежка тоже команде ВВВ перепала с вышки на миде. Это уже третья вышка для них. Ну и сразу они идут. Так, или сейчас будет проблема у аппарата тут. Ой-ой-ой, аппарат тут стрял. Ой. Да, вот это смешно, он хекс. Ну и просто минус аппарат. Так, фиссура от шейкера. Пауэршот от Виндраннер. Ничего тут пока не сделали. Ну и отходит команда ВВВ. Так, ой-ой-ой, пак... А, тут пак в инвизе. Сейчас может дринкойл быть. Так, по двоим, сайленс. Ой-ой-ой, фиссура от шейкера, хекс по паку. Ульт аппарата залетает, тоже неплохой. Ультует гирокоптер. Просто минус шейкер. Умирает Рубик с тяжкой. Ой, луна Эклипс, как с БКБ, просто сделала минус. И это минус 5 от команды Impulse Gaming. Просто великолепно сейчас раздал у нас. И аппарат ульт зарядил, и луна тоже... Сделала свое дело, забрала пуджа с Эклипсом из БКБ. Ну и у Пака появляется даггер. Ну и неплохо Пак отыгрывает в этой игре. Это можно посмотреть даже как 8-3 фрага, 8-5 у пуджа. А Пак неплохо сделал трипл килл и забрали Таур на миде. Первый для себя команда Impulse Gaming. Так, ну и от... Пока все реснутся. Рубик покупает брейсер. Ломает снова варды. Гирокоптер. Так, по-прежнему, пока БКБ не имеет. Ну и... Что будет решать команда? Так, Мека появляется у ВРки. Это неплохо. Дополнительные несколько жизней здоровья. Ну и да, с даггером будет Пак врываться, конечно. Сейчас бы прожать реген потом, чуть попозже. Так, решает сейчас он прожать. Так, аппарат ультанул куда-то. Так, вниз, не попадает. Ой-ой-ой, дримкойл по троим. Забирает Леон, ультует гирокоптер, просто минус пуч, минус гирокоптер. Умер Пак, проблема тут у Луны. Тут аппарат приходит, можно попробовать забрать Рубика. Погоня за Рубиком, тут есть и шейкер, но Рубика
Плохо, что нет у него. Так, вот это уже плохо. Рубик просто падает. Эклипс скоро откатится у Луны и скоро откатится БКБ. Счет 18-13 у нас, 25-я минута. У Луны 2-3 тысячи голды. Так, сейчас и пауза будет ставиться. Так, тогда пока во время паузы я сейчас напишу. Так, тут уже выиграла команда Маверика. Антилопа Гейминг решили назваться. Ну и, соответственно, дожидаемся до окончания этой игры и перейдем к финалу. Может, конечно, сейчас попробую я выцепить. Так, отжалась тут у нас пауза и забирает тоже получается вторая вышка для команды Impulse Gaming. Так, появляется аркан у нас у Шейкера, у Рубика. Рубик покупает смог и, возможно, сейчас будет ганг. 102 крипа тем временем у нас у Луны. Так, есть Яша уже в наличии. Ну и снова ходит. Как говорится, мы с Тамарой ходим парой, а тут ходят они четвером. Смог прям под вардам. Клёво вообще. Да, и должна знать команда Impulse Gaming, что смог был разбит под вардом. Так думаю, должны они это понимать. Ну и никого не находят. К сожалению, иллюзия активирует нас пак. Пак купил себе Point Booster. Ну и надо кому-нибудь попробовать сегодня тронуть Рошана. То в моем прошлом стриме Рошан даже не был задет. Мне даже обидно было. Нужно глянуть пока на левела на остальные. Уровни героя. Пак 15, Луна 15, Дарксир 13, Пуджи 12, Виндранер 12.
Герокоптер у нас 10-й, Леон 9-й, Шейкер 9-й, Рубик 8-й, Аппарат 8-й. Вангарды появляются у Дарксира. Опыт минуту пак с Луной. Получает больше у Луны, пока золото больше. Перефармливает тоже Луна у нас. Ну и да, и золото минуту тоже. Байбеки у нас есть у Луны. У ВРки и у Герокоптера. У команды из ОВ только один байбек. Это если со всякий случай только у Герокоптера. Так, как обещал, еще через 2 минуты посмотрим графики. Тут пока на миде. Пока все спокойно. Леон делает... Если хедреска делает меку. Так, и тут смоки. Команда. Импульс гейнг видят. Фиссура. Ой-ой-ой, как ультует нас Луна, просто попадает. Сейчас пак влетит. Ой-ой-ой, ультует Герокоптер. Стяжка от Дарксиру, просто здесь сейчас все трое могут отъехать, умирает только Шейкер. Проблема, блочит тут аппарат. Умирает Леон, умирает Рубик. Пудж не попадает хуком, можно попробовать и забрать Пуджа тут. Так, Рокет Борышем нарезает по паку, Герокоптер умирает, и минус Пудж. Это минус 5 от команды Импульс Гейминг. Снова произошел. Ну и смотри, Маверик, как играют эти парни. Вам будет очень... Я думаю, не просто с ними сразиться. Если, конечно, вы сами не будете делать ошибки, как это делает команда ВВВ. Сейчас... Я знаю, что ты меня слушаешь. Привет команде. For Friends. Четыре друга и Маверик. По прошлому названию, как я их называю. Привет команде и привет, кто меня смотрит. Это Имбарена Кап 58 уже. Смотрим игру 1-2 финала. Между командами ВВВ и Импульс Гейминг. БКБ появился у нас у Герокоптера. Рубик. Также все вардит. Так, урна появляется у нас у аппарата. Ну и Пудж у нас по-прежнему так ничего не смог пока доделать. Так, секундочку, чуть-чуть сейчас отойду я. Me. Double kill. Small. Monster kill. Double kill. Godlike. Triple kill. Так, возвращаюсь я в игру. Тут Луна. Вот просто снова команда Impulse Gaming делает минус 5. Что-то я здесь пропустил. Провтыкал, тут Пудж забрал нас пака. Да, вроде так. Луна забрала Герокоптера, Пудж сделал самоубийство. Луна забрала Рубика, Луна забрала Леона, Виндранер забрала Дарксира. Так вот получается. Снова было минус 5 от команды Импульс Гейминг. Так, улетает у нас Луна на верхний лайн. Фармить. Реген появляется у нас на ботом лайне.
Ну и уже надо опасаться. Опасаться, да, обещал посмотреть графики. Ну и команда Impulse Gaming 15 тысяч экспы. Ну и по золоту, видите сами, более 5 тысяч в ихнюю пользу. 134 крипа у нас у Луны, 103 у Дарксира, 79 у Герокоптера, 68 пак, ВВРК у нас 57, Пуч 36, Аппарат 16, Леон 13, Рубик 11 и Шейкер 9. Крипов имеет. Ну и у Герокоптера ничего с того раза больше пока не появилось. У Пуджа тоже ничего так и не появляется. Ну и Луна забирает Таур на топ-лайне. Ну и надо прилетать команде Impulse Gaming. Ой, Impulse Gaming, говорю, команде ВВ. Дефить, если они будут это делать. Ну, смотрю, пока ТП-шки вообще никакой нету. Просто спокойно отдает Таур. Ну и команда... Так, вот сейчас будет драка Фиссура, Пайпа. Ульт Герокоптер, аппарата забирает Рубика, ультует Герокоптер. Ой-ой-ой, тут замес, просто ультует Луна, здесь все должны умирать. И это снова минус 5, но ему здесь уже все, ГГ здесь уже. Я даже уже смотреть ничего не хочу, тут Луна... Уже чуть ли не гудлайк. Дарксир забрал аппарат, а тут Луна забрала Герокоптера, и Дарксир еще забрал Шейкера. Да, тут пишут, что разруливает, очень больно. Ну и я так думаю, не знаю, почему парни тянут из команды ВВ. Тут ВР-ку уже собрала себе арчит. Ну и пока вроде пока линки не видно, если он собирается все-таки делать ее. Так, у пака вот как, Аганим решил взять. У Пуджа появляется БКБ. Только-только на 35-й минуте. Так, улетает. Улетает пак на базу. ВР-ка тоже, скорее всего, улетит. Ну и хоста появляется на ботом лейне. Ну и надо попробовать, да-да-да, забрать Рошана, если это возможно. Какой-нибудь из команд или сейчас будет смог. Так, лучше покупать смог. Сейчас будут решать забирать Рошана команда ВВВ. Я так думаю. Ну вот, не знает кого, что это будет. Пока ничего не понятно здесь. Все фармят. Ну и вот что тут стали тут четвером так подозрительно команда. Impulse Gaming. Неужели на самом деле будет смог здесь какой-нибудь от них? Ну и сейчас, думаю, Пудж прожмет смог. Все встретятся, все пятером, ну и пойдут куда-нибудь. На ганг, Луна уже. Есть манта. Покупает себе Eagle Song. Луны 2700 голды. Ну и пока что-то пока без этот шейкера делают саппорта. Не... Даггер бы, конечно, собрать шейкеру было бы хорошо. Влетел Фиссура и там уже пак Дринкоил. Все. Так, Баттерфляй появляется у Луны. Вот как. Так, улетает пак. Дефить. Дефить ботом лайн. И почему-то все то, что туда идут.
Не знаю, почему интересно. Так, руны у нас пока нету. Ну и все фармят. Все фармят, никто не торопится игру заканчивать. Не сдаю парня из команды ВВ. Да, Маверик, наверное, сидит и думает, почему эти парни не закончили игру. Так, иллюзии появляются. Сентри варды сейчас все надо сломать. Так, ну и тут сейчас видят. Энд решает отойти. Да, что-то как-то они не собрано все делают. Ой-ой-ой, поймали луну. Луна БКБ, манта. Уходит. Уйдет, я так думаю. Такой... Ой-ой-ой, как Рубик иллюзии луны нагнетают. Ну и что-то пока все затишье. Затишье можно было, конечно, давно заканчивать игру уже. Тут уже, мне кажется, если луну расфармить еще жестко и... Так, тут кого поймали. Что-то я даже не видел. Так, вот сейчас будет проблема. Врывается пак Дримкоил по двоим. Так, ультует луна. Эклипс гирокоптер ультует. По двоим, по троим. Рокет Бэрэш надо. Ну. Минус Рубик. Мека. Все изнулось. Молот. Минус Пуч. Ульт. Леона. Леон здесь отъедет. Просто нано. И все. И нету тут Леона у нас. Стерли. Так, смотрите, Шекер умирает просто от Дарксира. Так, луну бьет свои же иллюзии. Да, нелепо умер у нас. Шейкер, конечно. Ну и будет минус Т2 на миде. Да, быстро заберут. Ну и остается Таур у нас на ботом лайне. Там уже крипы доходят. Сейчас там уже крипы. Ну и вот здесь смотрим. Так, ультует гирокоптер. Стяжка Дарксира. Пайпа. Подняли ВР-ку. Пак не будет залетать. Рубик что у нас своровал? Рубик бим своровал. Ну и проблемы. БКБ гирокоптер нарезает просто по луне, по крипам. Просто так Рубик забирает луну. 78 минут ее не будет. Есть, конечно, байбек. Мне кажется, только сейчас посмотрю, есть у луны байбек. Да, есть байбек, но пока не собирается байбекаться. Ну и таким темпом сейчас у нас гирокоптер станет. Если так игра затянется. Уже таким сильным, прокачанным. Да, вот луна выкупается. Уже, естественно, без ульты. Fortification. Пуч тоже сейчас скоро, мне кажется, наберет. Себе. Жизни полные. Будет под 4000. ДД активирует гирокоптер. Так, и пошел на крипов. Ну, тут уже внизу. А, сейчас приходит вот сюда пуч. Крипы дальше также идут. Так, тут у нас забрали Рубика. Но игра недолго затянется. Здесь я так думаю точно, что уже скоро мы увидим ГГ. Скоро-скоро. Даже не скоро, а буквально еще после одних минус 5, я так думаю точно, то, что команда ВВ уже сдастся. Потому что я дальше не вижу смысла играть. 42 минута. Ну, по сути, 17 фрагов тут. Не знаю. Так, пак ворвался. Пуч не попадает хуком. Пайпа. Ну и смотрим мы дальше. Так, в лесу собирается команда Impulse Gaming. Ну и, скорее всего, пойдут они на Рошана. Vitality Booster приобретает пак. Ну и да, надо пробовать забирать Рошана. Что еще делать?
Нет, почему-то не собираются бить они его. А вот и решает зайти. Шейкер принесет себе смог. Мантана не действует на Рошане. Так, ну и смог тут был основа под вардом. Видели. Тогда, думаю, точно видели, потому что стоит вард здесь. Так, еще пуч поймал. Просто луно БКБ, фиссура, ультует гирокоптер, минус Леон. Залетает ульт аппарата, просто минус гирокоптер. Стяжка от Дарксира, ультует в ответку. Рубик забрал луну, минус аппарат, минус пак. Фиссура от Шейкера, пауэршот ВРК, ВРК привязывает пуджа. Байбек пак и драка 3 в 3. Произошла, 40 фрагов уже у команды Impulse Gaming, ну и по-прежнему команда ВВВ не сдается. Пудж улетает на базу, отхиливаться. Да, довольно долгая такая игра, барабаны появляются у Шейкера. 222 крипа Шива появляется у Дарксира. 222 крипа у Луны у нас. 164 у Дарксира, гирокоптер 131, пак 117. Ну и скоро ВРК добьется таких результатов. Луна у нас 17 на 4, пак 14 на 4, пуш 10 к 10. Так, Ультимейтор покупает на ВРК. Форстав появляется у аппарата. Ну и снова затишье у нас. Так. Soul Booster появляется у пака, вот как. Будет ли это Bloodstone? Так думаю, да. Ну и 45-я минута у нас. Рошана еще по-прежнему не забирали. Ни одна, ни другая команда. Что-то выжидает, все выжидают. Ну и что сейчас решают, зайти на Рошана? Меки по-прежнему нет у Леона. Да, это очень плохо. О, какие слон. Так, Рубик покупает смог. Ну и непонятно по-прежнему. Что, чего ждут? Так, вот смог пошел от команды Impulse Gaming. Ну и появляется реген. Можно реген пока оставить. Заходит в лес. Где сейчас может стрелять Леон. Да-да-да, сейчас будет встреча. Смотрим. Вот видит гирокоптер. БКБ ультует Луне. О, Луне как-то пофиг, короче. В общем, фиссура ультует Луна в ответку. Просто минус Леон. Ой-ой-ой, как здесь еще все. Мека. Минус гирокоптер, минус Дарксир. Пудж тоже должен отъезжать. Ну и Рубик. Рубик убежал с тонущего корабля. На 600 хп. Ну и снова было минус 4, и по-прежнему команда ВВ молчит о слове GG. Но это будет минус Т3. Да, минус Т3. Fortification. Рубик своровал у нас. А, Экослэмп своровал, вот как. Ну и минус барак должен быть. По-любому здесь. Минус один барак. Копает. Почему-то только не... А, ульта у него на кулдауне. Вот как.
Так, поднимаю тут пака. Пауэршот, это минус ли он еще раз, и Рубик. Ой, Рубик не попадает ульт аппарата. Ну и тут уже ясно, то что уже минус барак. Ну, пацаны дотроны, я так думаю, будут играть. Посмотрим на крипов. 300 крипов скоро достигнет отметку у нас Луна. Ну и все-таки будут заходить на Рошана команда Импульс Гейминг. Тут стоит Сентри Вард, все видят. Неужели так, Блудстоун появляется у нас у пака? Ой, неужели будет драка сейчас на Рошане? Я так думаю. Да, вот Смоки заходит, но Пуджа видят. Пайпа. Фиссура. Ой-ой-ой, ультует прям туда у нас. Просто минус. Пак здесь должен отъезжать. Пайпа. Ой, Мека Шива. Ой-ой-ой, минус Луна. Минус аппарат. Минус Шейкер. Стяжка. Умирает Шейкер. Проблема у Дарксира. Дарксир должен здесь отъезжать. Дарксир выживает. Леон. Леон. Ой, ультует еще. Смотрите, как иллюзию просто нарезает. Сейчас умрет, ведь Луна. Нет, Луна выжила. И остались 1-1. Дарксир, он тоже на базу отошел. И Луна тоже на базу. Соответственно, ну, драка такая неплохая сейчас произошла на Рошане. Да, такая завораживающая. Ну и мне кажется, тут сейчас все сделают крипы за команду Импульс Гейминг, потому что тут и у команды ВВ еще надо сломать таур на миде половина хп и таур на топ лайне. Вот, Шейкер покупает все-таки дагер на 50-й минуте. Можно посмотреть даже там на XP у нас более 30 тысяч за командой Импульс Гейминг. Голды более 20 тысяч. Ну и Герокоптер по-прежнему, ничего у него не появилось с того раза. Да-да-да, китайская дота. Ну да, и не сдается по-прежнему вот этих всех минус 4, минус 5, которые было команда ВВВ. Продолжает играть. Та Рошан нас забрали во сколько? Так, не успел. Посмотреть на время, ну где-то 50 минут точно было. Где-то так, в таком времени. Point Booster будет аганим у Дарксира в скором времени. Ну и тут решают зайти в лес уже нагло так. Видят вард. Ну и Пудж тоже пока не так. Слишком такой жирный, 2600 хп только. Вот аганим появляется у Дарксира, как я сказал. Ой, ну и что-то мне вообще непонятно, что происходит, в общем, в этой игре. Тут уже крипы дошли до Т2 на топ-лайне. Да, и это очень плохо для команды Импульс Гейминг. Все, вели они все игры. И тут раз. Сейчас такое возможно, как... Кто помнит игру Na'Vi против... Evil Genius, что ли, где-то так. И, в общем, там уже трон... А, или Na'Vi Empire вроде был, не помню.
что-то связано с игрой Na'Vi. В общем, крипы сделали игру. Не было тауров, крипы просто спокойно проходили. И было такое, что кто быстрее убьет... Кто, точнее, сломает быстрее таур. Ancient. Кто быстрее сломает трон. Точнее, так тогда сказать. Ну и тут смог. Пошли. Команда Impulse Gaming, им надоело уже. Тоже так долго ждать, я так думаю. Ага, видит тут Пуджа, фиссуру надо давать. Ну, Шейкер, что ты делаешь? Великолепная просто стяжка вот здесь была сейчас от Дарксира. Стяжку истратил, стенку истратили. Дарксир уже истратил. Ну и у меня на самом деле непонятная дота происходит у нас пока. Так, тут у Пака поймали. Пака грызут просто. Шейкер врывается с даггером. Ой-ой-ой, сейчас просто снова будет минус. Так, Луна ультует. Минус 4 просто. Ну и гирокоптер прилетает. Гирокоптер тоже отъезжает. Просто мгновенно, без всяких. Ну и этот по-любому будет. Минус сторона, минус мидл. Луна тут уже, да, нарезает своими. Ну и ГГ, я так думаю. Уже все, сейчас даже, наверное, не будут на мидл они идти. Мне кажется, тут все сейчас быстро закончится. Все, ну и минус трон. ГГ, пишет команда. Команда ВВ, да, просто увидели мы великолепную доту. 285 крипов у Луны. 210 у Дарксира. Да, просто было вообще замечательно. 160 у Герокоптера, 140 у Пака, 118 Виндранер, 54 Пулч. Пулч вообще в этой игре толком-то так в основном умирал. Ну, ничего толкового не собрал. Решили на самом деле как саппорта его пустить. Герокоптер у нас 2-10. Тогда оглашу результаты. Дарксира 1-7. 21 левел единственный, кто так зашел из команды ВВВ. 0-13 у нас Леон. Пудж 10-13, 11 ассистов. Рубик 4-11. Виндранер 6-3. 21 левела. Пак 23. Луна 25. 21-4. Поздравляем команду Impulse Gaming и Луну. И Пака тоже неплохо отыграли. Я бы сказал, даже так более-менее нормально. Ну и счет у нас окончательный 54-27, 54 минуты шла игра. Ну и приступим, мы перейдем потихоньку к...